В нашем крае к газу подключены 38 территорий, 15 городов, более 700 населенных пунктов, а в сумме около 1500 домов. Их жители после взрывов бытового газа в Иванове и Рязани буквально атаковали службы по работе с населением просьбами проверить исправность оборудования. Число подобных звонков выросло на 20%, говорят специалисты Крайгаза. В большинстве своем это ложные вызовы. Людям просто что-то показалось. Однако, по словам экспертов, это именно та ситуация, когда лучше перестраховаться. Ведь, несмотря на жалобы, постоянно с должным вниманием к своим газовым плитам относится катастрофически малое число абонентов. Раз в 3 месяца газовики предлагают жильцам свои услуги. Ведь за оборудование, которое находится в квартирах, ответственность несут собственники. Из 73 тысяч абонентов заключили всего 20%. То есть остальные, к сожалению, остались на сегодняшний момент глухи к нашим предложениям. И, соответственно, попасть в эти квартиры у нас нет юридической возможности. Кстати, именно из-за человеческого фактора хлопки газа происходили в Красноярске. А в недавнем взрыве в Ивановской области, по мнению экспертов, виновата управляющая компания, которая халатно подходила к своим обязанностям. Ведь именно обслуживающая дом организация обязана следить за исправностью общедомового газового оборудования. Главный инженер Крайгаза Николай Пинигин объясняет, ежегодно жилищники должны заключать договоры на обслуживание. И, к сожалению, пока ими охвачены не все газифицированные дома. Возможно, переломить ситуацию помогут грядущие проверки. Рекомендовано органам Ростехнадзора и службе строительного надзора и жилищного контроля совместно с акционерным обществом «Красноярский Крайгаз» провести проверки не только состояния, да, газового оборудования, и из газооборудования, но и состояние, вот именно момент заключения договоров, да, здесь же не только договора вот, на техническое обслуживание, про которое мы говорили, но и согласно 410-му постановлению должны управляющие компании заключить договор и на проверку и прочистку вентиляции, вентканалов. В Красноярске эта работа начнется в ближайшее время, а вот в крае газовики уже начали ходить по квартирам. Назаров Межрайгаз обслуживает газовое оборудование в домах районов западной группы. Проверки прошли уже в Ужуре и Ачинске. И вот каковы первые результаты. Охват квартир произошел, основной осмотр произошел. Но сейчас вот продолжается в настоящий момент работа с целью того, чтобы попасть в те квартиры, которые было вот в тот отчетный период, неделю-две назад, мы не могли попасть. Поэтому сейчас работа такая проводится. Также специалисты проводят среди жителей разъяснительную работу. Проверки газового оборудования в крае и во всей стране продлятся в течение месяца. Провести эту работу максимально быстро и эффективно поручил президент страны Владимир Путин. Анна Московских, Алексей Овсянников. Новости.